Сотрудники Немчиновского отдела полиции межмуниципального управления МВД России Одинцовская в результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на улице Кутузовская задержали 24-летнего жителя Московской области. При личном досмотре злоумышленников в его сумке обнаружено изъято 14 пакетов с метилоэфедроном, общей массой более 300 граммов. Всего же в результате комплекса мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 600 граммов запрещенного вещества. В отношении подозреваемого следственным управлением возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.